Глава 11. Мудрость смиренного вознесет голову его и посадит его среди вельмож. Не хвали человека за красоту его и не имей отвращения к человеку за наружность его. Мала пчела между летающими, но плод ее лучший из сластей. Не хвались пышностью одежд и не превозносись в день славы, ибо дивны дела Господа и сокровенны дела Его между людьми. Многие из властелинов сидели на земле, тот же, о ком не думали, носил венец. Многие из сильных подверглись крайнему бесчестию, и славные преданы были в руки других. Прежде нежели исследуешь, не порицай. Узнай прежде, и тогда упрекай. Прежде нежели выслушаешь, не отвечай, и среди речи не перебивай. Не спорь о деле для тебя ненужном, и не сиди на суде грешников. Сын мой, не берись за множество дел. При множестве дел не останешься без вины. И если будешь гнаться за ними, не достигнешь, и, убегая, не уйдешь. Иной трудится, напрягает силы, поспешает и тем более отстает. Иной вял, нуждается в помощи, слабосилен и изобилует нищетою. Но очи Господа презрели на него во благо ему, и он восставил его из унижения его и вознес голову его, и многие изумлялись, смотря на него. Доброе и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство от Господа. Даяние Господа предоставлено благочестивым, и благоволение Его будет благопоспешно для них вовек. Иной делается богатым от осмотрительности и бережливости своей. И это часть награды его, когда он скажет: «Я нашел покой и теперь наслаждаюсь моими благами». И не знает он, сколько пройдет времени до того, когда он оставит их другим и умрет. Твердо стой в завете твоем и пребывай в нем, и состарься в деле твоем. Не удивляйся делам грешника. Веруй Господу и пребывай в труде твоем. Ибо легко в очах Господа скоро и внезапно обогатить бедного. Благословение Господа – награда благочестивого, и в скором времени процветает он благословением его. Не говори, что мне еще нужно, и какие отныне могу иметь еще благо. Не говори, довольно у меня, и какое отныне могу я потерпеть зло. В одни счастья бывает забвение о несчастье, и в одни несчастья не вспомнится о счастье. Легко для Господа в день смерти воздать человеку по делам его. Минутное страдание производит забвение у тех, и при кончине человека открываются дела его. Прежде смерти не называй никого блаженным. Человек познается в детях своих. Не всякого человека вводи в дом твой, ибо много козней у коварного. Как охотничья птица в западне, таково сердце надменного. Он, как лазутчик, подсматривает падение, превращая добро во зло. Он строит козни и на людей избранных кладет пятно. От искры огня умножаются угли, и человек грешный строит козни на кровь. Остерегайся злодея, ибо он строит зло, чтобы он когда-нибудь не положил на тебе пятна навек. Посели в доме твоем чужого, и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим
для твоих».